Видите тоже. Вуди тут? Да. Дал тебе ассист, если еще кого-то с гильдии доберешь там. Забирай еще сагрели. Меточки сначала собирайте. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Сейчас туда придет трэш, отведи лучше поближе к входу. Сейчас там сагрит опять. В прошлый раз. Все, давай тут бить. Тут есть два танка. Угу. Блин, нагрей толпу, а Сога вытащи командира. Вот звездочка. А тут поди еще командир.
Ману, залейте шиману. Так вы же делаете. Блин, зачем ферить это? Что там? Два человека нашел еще. Он Дашкин еще. Давайте фулбов. Альте зашла на сову, да?
Лапу. Так, что, суммонить надо кого-то? Да, нет. Полок тут есть. Вара в роге нету. Ну ставьте шкаф. Давай шкаф-то долг. Ваш там отошел, написал. Пускай Сога танчит. Сейчас шамана еще возьму. Сейчас, может, мимон еще пойдет. Может, убьем пока? Давай пока убьем, блядь. Он уже там снимает версу. А чё, я один паладин? Горите в огне хозяина! Да. Вроде кем на инбаф хочешь пойти? Эрдру. Я хоть пал. Тыкайте в смон. Так, ну там, наверное, в 4 хила. Пойдем сейчас пока в 5. Будьте хиловы, хулиприз, ДЦ, Альпич, будь ДЦ. И 3 решамчика. Хорошо, баш. Значит, на боссе будет Сого. Блять, а у нас танков же нет совсем. Роял, у тебя есть протовар? Или полорегион? Есть у кого-то еще танк? Вары. Роял. Я могу потанчить, но я не западу. Не упаду. У тебя тут танк есть на пале? Ну конечно. Ну спекайся. Ну правда он такой. Сейчас попробуем. Посмотрим, давай спектрите, посмотрим. Белин, будешь первую копию тончить. Так, давай Белина осмотрим, что он там. Так, Глорос, обычки. О, Белин, блять, так у тебя... Тебе можно, я не знаю, тебе Геру на фул надо целка тончить.
таком танке я бы затанчил. Бери, значит, первая копия, его не роняем, никого не роняем, короче. А, и. Не надо ничего там уметь, там одна кнопка, ЛПшка. Все, ничего не надо уметь. Так, ты спекнулся, ну-ка давай смотрим, тебя одеваешь мод. Ну, вот шмот. 36к. Я же говорю такое. Ладно, третью копию поддержишь, ничего, похилят. Да. Надеюсь, не умрет, не этот. Отдашь, как вырастет босс, отдашь БЗ. Ну, конечно. Чек. Давай я тоже спекнусь в вердрупа, постараюсь вас похилить. Столик сейчас возьму. У меня уже достаточно таких предметов. Дряга, кинь инер на дерево. Угу, все, начинай с ога. Цирк приехал. Сильно хилим три рашама. Надо подождать. Слишком далеко. Блять. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание. Вдвое сильнее страдание. Я пока не могу прочитать это заклинание. Вы растягиваетесь в разные стороны. Да, там ХП получите так. Двое сильнее страдания. Сога, ты уходишь в другую степь. Зачем? Надо подождать. Да, я вот на месте стою. Забирай. Забирай копию паладина. Все, Сога упал. В мире хватает героя. Болтар не оставляет живых. Давайте еще разок, сейчас я вам тактику расскажу, как надо водить копию. Покидайте тело. Героев и без тебя. Залетаем в выстрел. Сога, сейчас будешь вести босса туда, куда покажу. Остальные танки будут вести сбоку, где появляется копия, также параллельно главному танку. Хилы я вас сейчас распределю по танкам. У нас танки что, не с гильдии? С гильдии. Я не знаю такой. Новенькие, наверное. Значит, Хаба сидишь всегда на Сога, Гекада сидишь всегда на Белине, Несмеяна сидишь на Тасуи, на паладине. Как только у них копия появляется, начинайте только в них хилить. Орехи то же самое и великое исцеление. С Алпич, значит, сидишь на Белине, с Саньшу сидишь на Портопале. Я буду сидеть на Белине и Портопале, постараюсь особо не уронить. Так, ну тогда... Так, сейчас я поставлю... Дай шкаф, Лок. Лок, ставь шкаф с Монтибаша. Сога, значит. Вот, смотри сейчас внимательно на звезду. Вот. Я тебе покажу, как надо вести босса. Вот отсюда, вот отсюда спрыгивать будешь. Вот так спрыгиваешь и ведешь задом босса. И ты пятишься именно в центр круга, где Холеон появляется. Вот сюда, в эту точку. Вот так ты ведешь босса. Когда он тебя откинул, подбегаешь к нему.
не идешь тогда, когда вихря нет. Только тогда, когда вихрь есть, ты отходишь. Все, ты понял, да? Копия, соответственно, появляется с правого плеча босса здесь. Первая появится копия. А, обычно копия появляется вот здесь первая, когда ты немножко провел. Вторая копия где-то вот здесь появляется. Первую копию держит Белин вот здесь. То есть идет здесь параллельно с тобой стоит. Хилы. Хилы стоите за спинами танков. Вот здесь примерно. Когда вас откидывает, когда танки подбегают обратно к боссам, вы уже в досягаемости, чтобы их похилить. Если вы будете стоять сзади, то танк будет, к танку будет бежать копия, и танк будет вне досягаемости, и вы его уроните. Все, хилов распределил. Чек на пол. Можете рыбу. Так эти с ума. Поели. Не все. Голос прикольный, девушка. Так, другой раз я ставить не буду. А чё, Ройл, ты исчез куда-то? Ладно, запускай ты босс, особо иди запускай. Цирк приехал. Угу. Надо подождать. Да идите там все, видите, как ДК ведет вас, сейчас всех срубит. Двигаемся. Так, копия Белина. Без вас я бы долго не продержалась. Угу. Здесь произошли. Страшные. То, что не с пьяна падает, я не знаю, чего там, подморный или где. Это плохо. Резайтесь сразу на коней и пошли в комнату. По краю комнаты идем, чтобы не сагрить босса. Да, в ДД. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы. Так, я тоже сейчас все успею. Мы даже не успели. Не дальше в танк. Да, будь в танке пока. Силы были неравны. А то как на прошлом. Прошлой резко упадем. А я почти спряталась упадем. Здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была отладка яиц в святилище. Да, там атакой магию руководил кровожадный Заритриан. Но боюсь, тут замешано и более могущественное зло. На здоровье. Огромного сумеречного дракона. Так, запускайте. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Обратите их в пепел!
превратить их в пепел. Представь. Ничего страшного. Обычно на 5 стаков оставляешь незыблемость и не умираешь. Бежали не в ту сторону. Назойливая мошкара. Вы опоздали. Рубиновая свеча. Сейчас поставишь шкаф, мог шуманем шмана. Свет будут хилить Хаба и Несмеяна. Хаба остаешься, не заходишь. Несмеяна выйдешь в свет на третьей фазе. Диспелить будет или Хаба, или Несмеяна, между собой договоритесь. Гекада, антисептик, Саншу, три хила во тьме остаются. Тьму танчит Сога, все остальные в это. Лилин, остаешься в танке, танчишь свет. Стасую в этого ретрика. Машулечка, это ретрик? Или хулипалка вместе? Не спеши. Будьте ретрика. Так, ну и как обычно. Первая, вторая выйдут свет. Рога тоже выйдешь свет. Дашь на пул, на Берина. Сломала. А третья, четвертая остаются во тьме. По хилам сказал. Ставлю лут. Чек на пул. Тут. Не то нажала. Все готовы, запускай ДК. Блин, на кругу не сходит. Узреть начало эры разрушения. Так ему это, диван блядь. Дали, нахуя? Не, ты хотел каплю кинуть, блядь, извиняюсь. Вот тут диван вышел. Ну, можно два бэра дать, нормально. Бряга, поднимай антисептика. Бряга, поднимай антисептика. Забыл, что у меня активация голоса. Остальные лежат. Побежали на ту сторону. Бегите, идёт. ДК заходи, служи отошли, заходим. Не, зачем ты дохнешь? Осторожней как-то надо. Ты умер что, без лута? Хаба, соло, свет сидишь. Выноси метку. Так. Антисептик. А что ты? Я попробую, я незыблемость отдам. Хаба, ты зря во тьму зашел, надо было не заходить. Ты слышал врага, что я говорил? Антисептику дам сейчас, мама. Эндриага тоже антисептику и назови. Гин, хорошо. Белин, прожмись там, как раз будет. Да-да. Потому что хила нету, но я скажу. База смотрим. 51, прожимайся. Я есть свет, и я есть тьма. Портал Хаба быстрее. Посланником смерти крыло. Это заклинание.
Обновите МК с фокус. Все, бьем. Хаба святой рост. Лоб быстрее вниз. Беги, Лок, под мордой, только не беги, сдохнешь от дыхания. Лок, ты тупенький, да? У Хабы диспейла нету, талант нет. Я понял, я бы диспейлил. Хил танка. Во тьме рос. Свет стопнули все дома. Во тьме рост, бейте сильнее. Небеса в огне. Побежали? Кто там стоял? Пока не бьем свет. Себя здесь полил, да, маг? Давайте. Так, 50, бьем свет. Хаба, беги. Я подхилю. Небеса в огне. Я ДК во тьме, ты сейчас с меткой все. Надеюсь, вы там не упали. Свет, стоп. Кто-то беги. Потом можно в этом зайти? Нет. Бейте свет. Все, добиваем босса. Дашкин, выбегай. Дашкин, метка. Небеса в огне. Это ваша последняя победа. Насладитесь. Что там упало хоть? А пока вот чешку поезд. Джурамун, это кто такой вообще? Первый раз вижу. Да. Два драгет. ХЗ, кто такой? Шпоис ролин. Тасуй, надо? Не смеяться. Какой пояс? Ты меня спрашиваешь? Много таких предметов пишет. Да, на фоль пала. Блять, игрок не найден. Ладно, забираем. Так, сейчас я прогружусь в Далран и суть там на ИП. Кто-то еще будет заходить? Алло, этот с гильдии был, нет? С гильдии, он, а у него этот лок не в гильдии. Джурамун, ты в РК? Ты покинул гильдию сегодня другим персонажем. Опа. Оп. А почему? Залет. Что это значит?
А, понятно. Так, все зашли, можно начислять. Машулька, на два персонажа получаешь у нас, да? Нет, нет, нет. Так а что, покинуть нельзя ли? Блин. Вот тебе и блин. Я как-нибудь перестану смотреть на это, получите, и Трися вам ГП будет кидать. А что получается, я тогда не получаю ГП, если я на шмот претендую? Бабычки. Не понимаю, про что ты, не соображаю. Ну если я шмот хочу. Ну если шмот хочешь, идешь в герой, забираешь шмот. Все, какие проблемы? Бабычки по роллу. Все очень просто.